Друзья, всем привет! Вы на канале CarpLeader TV. В нашем магазине большое поступление продукции фирмы Fisherman. Мы получили различные чехлы, различные интересные сумки от данной компании. И сегодня я хочу вас познакомить с чехлом для карповых удилищ от компании Fisherman. Данный чехол помещает в себя 4 удилища в сборе вместе с катушками длиной 3,90. Вот. Чехол имеет классическую форму тубуса, жесткий пластиковый каркас, который защищает наши удилища от каких-то механических воздействий. То есть мы не переживаем, что мы сможем его как-то сломать, не переживаем, что как-то мы сможем наше удилище поцарапать, потому что в данном чехле наши удилища будут в безопасности, так как он имеет вот такую вот жесткую форму. Далее, чехол имеет классический вот такой вот зеленый, темно-зеленый цвет, так называемый хаки. По всей длине установлены дополнительные вот такие вот замки, которые с помощью вот таких вот ремешков мы можем дополнительно стянуть. Вот, по всей длине, то есть 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Чехол имеет вот такие вот ручки. Здесь, данный чехол нам удобно переносить вот в одной руке вот таким вот способом. Ну, а с другой стороны имеется ремень, который мы просто накидываем на плечо и уже спокойно двигаемся к месту расположения. Вот. Данный чехол внутри состоит из двух отделений. Сейчас я вам покажу. Здесь у нас находится молния, которая достаточно неплохо выполнена. Такая добротная, качественная молния. Открываем первое наше отделение. И здесь вот такое вот достаточно просторно. То есть сюда мы помещаем без проблем два удилища вместе с катушками. То есть мы имеем вот такие вот ремешки на липучках, которыми надежно мы фиксируем наши удилища. Здесь, кстати, между двумя отделениями имеется вот такая вот мягкая вставка. И второе же отделение выглядит абсолютно так же, как и это. Самым главным плюсом я хочу выделить, наверное, это цену данного чехла. Я считаю, что это, наверное, самый бюджетный чехол для карповых удилищ, который помещает в себе такое количество палок. То есть 4 штуки вместе с катушками мы сюда помещаем. Вот. Для такой цены качество, я считаю, вообще неплохое, то есть очень аккуратно все сделано, везде все аккуратненько прошито, в принципе, придраться не к чему. Вот, обязательно мы оставим ссылку под данным видео на этот чехол, по которой вы сможете перейти, заказать, посмотреть цену данного чехла. Надеюсь, данный видеообзор, возможно, кому-то поможет, кто в данный момент выбирает недорогие карповые чехлы для своих удилищ. Вот. Ну, я, как обычно, благодарю вас за внимание. Спасибо большое, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик. А я с вами прощаюсь. Всем пока.